чувствуешь, это, какая есть разница? Да, да, разница есть. Сильный он, действительно, он очень позволяет. Он очень массу набрал большую. Но 6 месяцев, я думаю, достаточно с ним сопротивляться, я так думаю. А Ваня Матюшенко как? Ваня Матюшенко, он всегда, как я начал в армрестлинге бороться, он постоянно, мы с ним в финале или полуфинале всегда боремся. Ну, я бы сказал, что сетка хорошая, скажем, всем досталось. Я бы сказал, 6 или 8 даже лидеров, они все зарубились. То есть борьба была серьезная очень, и не сказать, что кому-то там повезло. То есть я думаю, что Ливан сильнейший, без вопросов, но это мы сейчас еще проверим. А у него есть шанс бороться с Ливаном в финале? Нет, 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 я так не думаю, не думаю. Но если массу набрать, я думаю, все равно нет. Все равно нет. Что ты можешь сказать по поводу Ливана Сагинашвили? Набрал, не набрал? Что ты за человек сейчас? Ну, ты знаешь, я боролся с ним в 2013 году в 110 килограмм. Я даже-то выиграл. Ну, то, что было тогда, я предполагаю, сейчас, это, конечно, совершенно разные люди. 60 килограмм они... Ты сам, собственно говоря, сам видел, что это за танк. Да, но мне, я очень хотел сегодня с ним побороться, но поборолся с 180-килограммовым Георгием. Мне его хватило. Ливан молодец. Хорошо прогрессирует. С Ливаном да, понятно. Да, а да, что да. С Ваней Матюшенко? Как ты с Ваню, как ты Ваню победил? Ну, вы же сами знаете, с Ваней Матюшенко мы постоянно чемпионаты мира, Европы. Всегда у нас заруба идет такая. Но Матюшенко тоже хороший парень. Я его очень уважаю. Очень тоже крюк хороший, сильный. Но я чуть-чуть, получается, я чуть-чуть выносливый. Вот и все. Скажи, пожалуйста, ну так что с Ливаном? Вообще без шансов сегодня? Не-не, Ливан очень-очень-очень сильный, очень хорошо набрал. Говорит, испугался, говорит, так дрожал, говорит, блин, ну все он, равно. Он говорит, ну конечно, надо пугаться, потому что это фарит, потому что... Ливан, насколько тяжело тебе далась эта победа? Тяжело далась подготовка к этому чемпионату мира. А победа что? Так просто? Ну, победа психологически была трудно. Ну, так физически... А что тебе психологически, это я не понял. А что ты психологически? Ну, нервничал. Надо было настраиваться. Я постараюсь все равно как бы чуть-чуть хотя бы вес набрать там. Очень-очень мне интересно. Опять вот этот огонь у меня поднялся, да-да-да. Мне надо с ним бороться. Ну, короче, ты хоть разогрелся? Вот так, честно, если... Немножко. Немножко разогрелся. Спасибо, хочу сказать, Фериду Османли, очень мой кумир этот человек, и всем ребятам, кто выступал, большое спасибо. Ну а так я доволен, проверил супертяжелую категорию. В принципе, бороться можно.